Итак, мы имеем видеостабилизатор изображения механический. То есть довольно быстро пришла посылка из Китая. Я думал, что ждать придется. Вот очень долго. Итак, вот такой он нам пришел. Вот. Очень быстро настраивается, буквально 5-10 минут. И вы можете под любую видеокамеру, фотоаппарат, телефон настроить. Итак, вот так откручивается здесь для транспортировки. Потом сюда. Вот. Вот он, в общем-то, готов в сборе. Вот так он выглядит в сборе. Эта съемка ведется без стабилизатора. Эта съемка ведется со стабилизатором. Теперь снимаем опять без стабилизатора изображения. Снимаем со стабилизатором.